Девочки, всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я хочу рассказать вам, как связать резинку, которая называется хлебный колос. Резинка очень простая, фактурная, эластичная и необычная. Смотрится очень классно на любых вещах, особенно на свитерах и шапках, и приспособиться к ней очень просто. Вы провяжете всего несколько рядочков, и ручки сами запомнят, что делать. Вот я вам связала 3 образца, ну, на разных ниточках. Так вот смотрится резиночка поближе. Вот из вискозы она так смотрится. Так как бы сфокусироваться. Вот резинка очень хорошо тянется, но в то же время, как бы если ее со спиц снять, она возвращается в свою первоначальную форму. Вот сейчас посмотрим. Раз. Вот смотрите, поближе. Резинка одинаково выглядит с обоих сторон. Вот здесь вот связала из мериноса 100%. Мне резинка эта понравилась. Вязала я ею первый раз и осталась довольна. И давайте я вам покажу, как она вяжется. Вяжется очень просто. Кромочную петельку вы снимаете. Лицевую вы всегда будете провязывать за заднюю стенку, подхватывая нить. Вот так вот снизу. И вытаскиваю. Изнаночную вяжем классикой за переднюю стенку. Вот таким образом. Давайте опять провяжем лицевую. Вставляете спицу за заднюю стенку. И ниточку вот так вот снизу вытаскиваете. Изнаночная за переднюю. Вот так. Так провязываете до конца ряда. Давайте я вам покажу на светлых. Может, лучше будет видать ниточках. Кромочную сняли, и вот лицевую вставляете за заднюю стенку, подцепляете как бы снизу ниточку и вытягиваете. Дальше изнаночная. Смотрите, вот видите, у вас петелька как расположена, что ее как бы хочется вот за заднюю стенку провязать, но нет, ее надо вязать за переднюю. Если будете за заднюю вот этого колоса, ну, у вас не получится. Давайте опять вставляем и снизу подхватываем и вытаскиваем. Все. И все рядочки она провязывается. Эта резинка именно так. Я буквально ей провязала несколько рядов. Ну и реально как бы привыкаешь к ней. И не испытываешь никакого дискомфорта, когда лицевую вяжешь вот как бы снизу ее вытаскивая. Сейчас я довяжу до конца ряда. Переворачиваете вязание. И вот как бы получается второй ряд. Вы точно так же вяжете. Снизу вытаскиваете. И изнаночную классикой за переднюю стенку. Попробуйте и правда связать эту резиночку. Смотрится она реально классно. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!